Кинопремиум HD представляет. В дни Каннского кинофестиваля смотрите фильмы-лауреаты прошлых лет. Каждый вечер в 22:30 обладатель Гран-при жюри 2015 года, сын Саула. Он из андеркоманды. Гран-при жюри 2016 года – это всего лишь конец света. Решил вернуться, чтобы сообщить о своей смерти. Премия «Пальмовой собаки» в постели с Викторией. Я хочу понять, с какого момента моя жизнь превратилась в химические отходы. Кино, которое нельзя пропустить. Только на Кинопремиум HD.